Все вы, наверное, помните знаменитую марку мотоциклов «Восход», которую собирали в городе Ковров на заводе имени Дегтярева. Кстати, предприятие работает и сейчас, правда, нынешние мотоциклы уже мало напоминают своих советских собратьев, как внешне, так и по деталям. Время бежит, технологии меняются, да и сотрудничество с китайскими партнерами не проходит бесследно. Сегодня я хочу рассказать об одном интересном транспортном средстве, которое предлагает Ковровский завод. Это мотовездеход «Бархан». Одноцилиндровый карбюраторный мотор «Бархана» имеет тоже китайские корни. Эти двигатели разработали и выпускали на ныне уже несуществующем предприятии «Лифан». Объем мотора 200 кубиков, мощность 16,3 лошадок. Запускается двигатель от электрического стартера с кикстартером. Трансмиссия пятиступенчатая, переключение скоростей ножное. Основой мотовездехода служит сварная рама. На колесах стоят дисковые тормоза. У «Бархана» отличный дорожный просвет 34 сантиметра. Это и делает его очень проходимым. По этому параметру он практически не знает себе равных, с легкостью преодолевая разнообразные препятствия. На грунтовой дороге мотовездеход может разогнаться до 40 км в час. А вот дороги общего пользования под него не рассчитаны. Расход горючего примерно 12 литров на 100 км. В качестве топлива идет бензин марки АИ-92. Шины с широким профилем делают «Бархана» настоящим покорителем топей и болот. Рыбаки или охотники точно оценят, тем более, что цена достаточно адекватная, примерно 200 000 рублей. А вы как считаете, стоит брать за такие деньги?